Чувашские медики вошли в число лучших врачей России. Во всероссийском конкурсе сразу три наших врача заняли призовые места. Лучшие – участковый педиатр, психиатр и врач медицинской реабилитации страны – живут и работают в Чувашии. С Ольгой Егоровой, которая трудится в центральной больнице Алатырского района, познакомилась и наша съемочная группа. Утро у лучшего педиатра России начинается с планерки с коллегами, изучения медицинских карт. Затем обход. Со своими маленькими пациентами Ольга Егорова всегда общается подолгу, внимательно слушает, подробно отвечает на вопросы их родителей. Ольга Анатольевна очень хороший врач. Мы спокойны по поводу того, что попали в больницу, и она нас наблюдает. Допустим, что-то мне непонятное, она объясняет все. Вот к моему сыну Алексею приходит каждое утро слушать его, спрашивает, как дела, а он сразу: у меня все нормально. Ольга Анатольевна – педиатр с большим опытом работы. Окончив школу с золотой медалью, девушка не раздумывала над выбором профессии и поступила в Нижегородский мединститут. А работать начала уже со второго курса. Была и санитаркой, и медсестрой, а затем окончила ординатуру и по распределению приехала в Алатырь. Хотелось людям делать добро, может быть. Это особенность характера, не то что вот что-то, да, особенность характера. И педиатрия – это все-таки с детьми общаться, лечить, предотвращать заболевания. У заведующей педиатрическим отделением день расписан по минутам. Обходы, консультации, оформление документов, а иногда и ночные дежурства в стационаре. При этом Ольга Анатольевна успевает пообщаться и с молодыми коллегами. Хороший у нас учитель. Никогда не отказывает в помощи. Всегда можно подойти, всегда можно совет какой-то взять. Ольга Анатольевна, она очень активна. Она не только вот в профессиональной, именно конкретной своей деятельности, она еще и очень активно участвует в жизни больницы, всегда подсказывает, находит нам новых молодых сотрудников. Про награду Ольга Егорова говорит с улыбкой. Уверена, что главное в жизни не грамоты и дипломы, а здоровые и счастливые дети. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев. Республика.